Поздно вечером центр города погрузился в дымовую завесу. Загорелись строительные леса мощного гостиного двора. Здание является памятником историко-культурного наследия и сейчас находится на реконструкции. Прибывшие на место пожарные расчеты определили, очаг возгорания находится на втором этаже. Огонь быстро перекинулся на чердак. Сложность пожара заключается в том, что здание находится на этапе реконструкции. То есть часть строительных конструкций, значит, отсутствует. Часть строительных конструкций вновь создана. Вот, поэтому трудно разобраться в планировке. Здание по определению пожарных пустотное. Пожар стремительно распространялся в разных направлениях. В итоге общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для работы на высоте подключили спецтехнику. В непростых условиях работали 5 пожарных частей города. Последняя машина уехала в 7 утра. Здание до начала реконструкции использовал для своей экспозиции Рыбинский музей-заповедник. Но сам объект, возведенный, кстати, 229 лет назад, является областной собственностью. На месте сегодня побывала директор областного департамента культуры. Те реставрационные работы, которые были проведены, они не пострадали. Вот. Пострадала кровля. Кровля в одной части здания. Напомним, что на реставрацию этого памятника архитектуры конца 18 века из областного бюджета потрачено около 30 миллионов рублей. Причина пожара устанавливается, как и сумма ущерба. В соседнем крыле располагается Рыбинская зоологическая выставка. Отопление после пожара отключили, и животные могли погибнуть. Генераторы для их спасения принесли рядовые рыбинцы, услышав о беде в социальных сетях. Екатерина Иванова, Владимир Выдумлев. День в событиях.